Здорово, ребята, ролик с вами, и мы встречаемся на игре 9-го тура. Тузы и восьмерки против Sub-Zero Heat у нас сыграют. Sub-Zero Heat нету нашего любимого джентльмена, который играл в опоре, я так вижу, и Nike стал возьмет опору в свои руки, играет Хесе и Чудик. За SZ, Мерфи, Гост Энджел и AJ Styles. Также не отдельная тройка, сразу Гост Энджел ударил уже в штангу, вот первый опасный момент. Кстати, Тузы в прошлом туре тоже тыгры вроде быстрый гол забили, баттерфляй. Ой, хороший баттерфляй. Ой-ой-ой, Густ Энджел. Неплохой удар. И сейчас Тузы близки к тому, чтобы опять забить быстрый гол. Nike Styles, Джефф Харди. Ой, AJ Styles. Чуть не продавил Nike Styles. Nike Styles и AJ Styles. Окей. Хорошая передача была. Гост свободен вроде бы. Госту не дошла. Госту передача. Мерфи. Мерфи между хотел отдать. Накрыли. Чудик здесь может прессингировать на поту. Он тот же Мерфи не растерялся, отдал на Гост Энджела. Дальше и на AJ Styles. AJ Styles уже на Гост Энджела перевел. Тот уже с мячом в углу. Три паса разыграли. Sub-Zero Heat, чтобы перейти в середину поля. Ща Гост Энджел на паузе. Телефон. AJ Styles матерится. Выключи. Sub-Zero Heat дает ФП. То есть Sub-Zero Heat, в принципе, могли бы играть. Так. Го. Написали. Окей. Мерфи дальше двигается. И Мерфи, точнее, Гост Энджел уже пришел. И Мерфи начал тоже двигаться. Вот передача Госта на Мерфи. Мерфи на Госта, точнее, была. Потом обратно все. И Тузы комбинируют дальше. 3-4 паса хорошо отыгрывает. Мёрф поднял. Ой-ой-ой, чуть-чуть не хотела. Для точной передачи. Хесе. Гост. Гост Энджел еще хотел в борт. Нет. Посмотрим. Посмотрим, как же. Тузы будут сегодня ломить оборону Sub-Zero Heat. Уже Sub-Zero 2 минуты стабильно отдефали. Хотя были моменты. Штанга там еще был один опасный. Смотрим. Хотя и Гост отходил. То есть неполные 2 минуты пока. Мёрфи. На AJ Styles, там Чудик закрыл, и хотя, опять же, атакует, ой-ой-ой, это, уху-ху-ху, чуть-чуть не хватило для Госта, для точной передачи, вот здесь удар, вот просто издевается от опорником Nike Style, опорником Sub-Zero, от Nike Style, потому что, ну, очень открывает ему все зоны, что может пропустить, сейчас может топорник, может Sub-Zero Heat доиграться и пропустить, нужно немножко как-то выходить, пока немного везет, мне кажется, Тузам наоборот не везет, так как голы стабильно могли забить хотя бы один вот по моменту, посмотрим, что дальше будет, Sub-Zero пытается проходить, все-таки чуть на Чудика выводят, на Чудика отталкивает AJ Styles, и опять Гост свободен уже. С мячом, опять же, Гост оставил на Мерфи. Мерфи оставил. О, Мерфи отдал пас и очень хорошо разыграли. Гост оставил на Мерфи. Мерфи отдал такие тома уже Госту. И Гост отдавал передачу на AJ Styles. Но до AJ Styles мяч не дошел. Там свои ворота срезал Хесе вроде бы. А Гост Энджел. Передача. Опять же, Тузы опять замыкает. Sub-Zero Heat на воротах. Блин, я что-то не додумался на полный экран включить. Смотрите. Окей, вот так. Тузы теперь уже в дефе, Sub-Zero Heat вышел в атаку, нужно отыгрываться с Sub-Zero. Sub-Zero это достаточно хорошо понимает. Там Гост уже чуть не убежал. Опять лак. Гост Энджел, передача, неплохая передача. Дальше. Уже на Мерфи, Мерфи мяч. О, хороший AJ Styles и Гост Энджел, конечно, смог такой мяч забить, конечно, смог. Смог, и посмотрим, что у нас дальше будет. Гост хорош на AJ Styles отдает. Красимир. Ой, Красимир так снимает. Мерфи хорошее давал. Красимир-то снимает. AJ Styles. Отдал назад. Мерфи. А на AJ Styles. О, комбинирует. Комбинирует. У нас. Тузы. 2-0 счет. Хорошая передача. Но опять же. Закрыл Nike Style. Уже в этот раз прочитал вот это все. Весь задум Тузов. Sub-Zero, еще бы Sub-Zero.
Ну, Сабзиро только два раза вроде был в атаке за пока 5 минут игры. Поэтому Сабзиро будет сложно. Вот третий раз все-таки Сабзиро пытается выйти. Можно сказать, неудачно вышли. Можно даже не считать это за атаку. И Сабзиро пропускает третий мяч. И Гост-Энджел забивает уже, опять же, дубль в этой игре. Опять же, дубль и 3-0 в пользу тузов. Саб-Зиро приходит с таким поражением во второй тайм. Для Саб-Зиро это очень-очень сложно. Так, Саб-Зиро будет неужели... Неужели у Саб-Зиро будет какая-то замена? Подождем, там замену пытаются. Там игры скоро не будет. Вот, поехала игра. Next style Ben Arfa выходит в Sub-Zero, то есть сел у нас получается Хисе. Ben Arfa на Ибрагимовича зашел. Будет он контрить, как пытаться контрить Киржакова, нашего G-Styles. Мерфи отдавал на Next style, а Next style вот привоз. Окей. Не буду это обсуждать. Дальше. Дальше. Edge Styles. Передача не прошла. Бинар. 4-0. Мёрф хороший удар. И Накислал Мёрф и отбил. Там Гос уже налетал. Ну и Госта тоже смогли отбить. Ой, Джефф. Edge Styles тоже неплохо пробивал. Действует пока на поле очень хорошо. Мёрфи, ну, уже вот. Есть момент у чудика. Пото. Ну, Синклер оттолкал. Гост не смог. Так, счет уже-то 4-1 получается. Ну, для Саб-Зиро хит вышли. Саб-Зиро в атаку вышли. Получилось сильно пустые. Поэтому Саб-Зиро и смог забить. Пока с позиционной атаки Саб-Зиро вообще ничего не получается. Даже не получается выйти. Вот Эджистас здесь с ним забивает. Может, был бы на том же напад в тот момент, может быть, и забил, потому что он спиной стоял к чужим воротам, и Киржаков все-таки помассивнее, и сложно было как бы вывернуться на 180 градусов. Хорошую передачу Гост отдавал, Эйджи Сталс не забивает, и Гост опять же замкнул. Опять же, Гост много забивает в этом матче. Мерфи пишет, что он тупанул пропущено. Посмотрим. Вот Гост еще раз может забивать, хотя отдавал пас. Или даже просто так мяч отскочил. Чучудик. Мерфи отдавал хороший Мерфи. Передачу отдавал, конечно. Бенарф даблом выводит свою команду вперед. Ох, Чудик так скинул назад. Немножко опасно, хороший, что удар. Не очень сильно получился. Вот лак. Некстала тоже, наверное, залагала, если он так у ворота, знаете. Зашел, потому что опорники так в ворота не заходят, когда все бы работало плавно. То есть она работает, в принципе, плавно, но и плавно потом лагает на пару секунд. Даже не на пару, может, там на секунду, может, на 1,5 секунды. То есть это не очень много. Ghost Angel забивает свой уже, даже не знаю, пятый мяч, возможно. Возможно, четвертый покер делает. Наверное, покер. Это уже, наверное, не так важно. Так как все-таки Гостом очень много мячей забивает в каждом матче. Вот и голый G-Styles. Вот, собственно, с собой пришел. И начинается 6 для Sub-Zero Hit. Начинается уже все на количество идти. И для Sub-Zero хорошо бы все было, если бы число пропущенных у них не прошло на десятки в сегодняшнем матче. Пока 7. 7-1 у нас счет. Next style. Передача на Бен Арфа. Бен Арфа на Чудика. Чудик не пробил. Окей. Может, не смог как-то пробить. Хорошо. Дальше Чудик. Передачу на Бен Арфа. Next style уже пошел в атаку. Эджи Стас оставили. И Эджи Стас вообще ждет там крысы. Смотрите, вот сождал вот на Эджи Стас, чтобы ему выкинули. Не выкинули. Вот здесь Чудик что-то замешкался. Мерфи успел вернуться. Мерфи успел, хотя Чудик мог таких два полумомента, чтобы забить. Вот тут мог на пустые выйти, а в прошлом моменте мог пробить. Не скажу, что 100% момент, но такой полумомент, как бы он, да, он был. И что же, полторы минуты игры, тузы. Ой, Эйджи Стайлс, вот, ну вот.
Вот про что я и говорил. AJ Styles сам скинул очень неточную передачу. А тем же он отдал чудику, который вышел на пустые ворота. Хорошо, что счет позволяет вот так делать. 4-2. Ну, AJ Styles сразу исправляется. То есть, или это AJ Styles исправляется, или это чудик исправляется. Наверное, забыл. Но чудик тоже хороший. Вот счет уже 8-2. В пользу тузов. Что-то Джефф пока опять крысит хочет. Далеко, далеко мяч. Вот к нему идет AJ Styles. 2 в 1. Бинарф успевает. Бинарф сам делает прострел в свою штрафную. Чудик, хорошую передачу. Тут успел Бинарф. Вот на чудика и чудик. Ну вот, чудики забивают хит-трик. Забрал он Бинарфа мяч. Как бы. 8-3, да. Хитрик чудик, хитрик. Возможно, что чудик мог сегодня, то он и забил. Хотя было много моментов, но команду пока Саб-Зиро, наверное, все-таки эти моменты бы и не спасли. Нужно больше налаживать игру именно в балансе игры, так как выпадают в несколько игроков с игры. Хотя комбинировать Саб-Зиро достаточно неплохо. То есть комбинация тут. Хотя эти. Три гола мы увидели на контратаке, в принципе, он гос забивает еще. Три гола мы увидели на контратаке, но мне кажется, Саб-Зиро неплохо немножко ведь центр комбинировал. Вот еще одно на контратаке возможно получить, но Мерфи как-то чудик не точно скинул себе на ход, как бы ему еще нужно было вниз, так как он бы Ибрагимовича просто бы обошел на. Это лак еще. Мерфи хотел забить, и Мерфи не успел. Джефф Харди в воротах, и это еще 9-3 в пользу тузов и 8 игрок. Всем спасибо за просмотр, с вами был Роликс. Живите Мегаболом, любите Мегабол. Всем до свидания, пока.